Соратники, друзья, родные Василий Васильевич, сегодня 31 мая, 2 года как безвременно ушел Василий Васильевич Филиппов, выдающийся ученый, организатор науки, высшего профессионального образования, политический и общественный деятель, член-корреспондент Российской академии наук, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, народный депутат Государственного собрания КВТВ Республики Саха-Якутия 2 и 3 созыва, почетный работник высшего образования Российской Федерации, лауреат государственной премии имени Носова в области государственного строительства, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия. Прошу почтить память Василия Васильевича Филиппова минутой молчания. Сегодня мы представляем книгу воспоминаний «Динамика жизни» Василия Филиппова. Творческая деятельность Василия Васильевича, она охватывала 3 крупные области. Я вот хочу сегодня вручить внука Филиппа Василия Васильевича стразу от алмаза, которому Алроса присвоила имя Василий Васильевич Филиппов, 51,94 карата, почти 52 карата, чтобы родственники смотрели на этот алмаз и равнялись на своего деда, отца и вообще их предка, который потом
потомкам оставил глубокий след памяти, и это выражается в виде нашего якутского алмата. Разрешите вручить с пожеланиями, чтобы родственники высоко держали марку Василия Васильевича Филиппова. Давайте больше динамизм, динамизм деятельности, динамизм решений, динамизм во всем, что мы делаем. Такой был и по жизни. Все делать быстро, четко и основательно, и результативно. И сегодня наши скрипачи играют как-то особенно. Расплакаться или как-то слезы хотят выйти, но это слезы не уныние, слезы не горечи, а какое-то вот, какая вообще сильная, оказывается, на человека может влиять искусство, музыка, скрипки, если оно в ансамбле еще, и в тот день памяти Василия Васильевича. И, конечно, Василий Васильевич тоже был визиткой, он выступал в парламенте, в Государственной Думе, в Совете Федерации, в правительстве. Везде, где он был, он убедительно всегда мог ярко выразить свою мысль, свою идею, и что за ним стоит большой коллектив, который решает. Мы помним, как создавалась Академия наук, когда Василий Васильевич был президентом, мы помним, как Василий Васильевич работал ректором, как он участвовал активное участие в создании правительства Михаила Ефимовича. Да? Там были большинство, можно сказать, самых активных деятелей Якутского государственного университета. И это было университетское в какой-то степени правительство, научно ориентированное, по-вузовски ориентированное. И первое правительство, члены этого правительства здесь, Екатерина Семеновна Никитина сидит, вот она, и депутатский корпус тоже, вот Александр Николаевич Ким Ки Мен, тоже активно работал везде, всюду, как заведующий кафедрой нашего университета. Ну, многих людей можно назвать. Но особенности Василий Васильевич, он и подготовки кадров, и преображение университета. Не надо скрывать, что университет университетом был признан и стал при Василии Васильевиче Филиппове. Это при его динамизме, при его идеях. Они вместе... Возможно, он определенные какие-то идеи предложил Михаилу Ефимовичу по высшей школе. Возможно, те направления технические, которые развивать, возможно, это были Василий Васильевич идеи. И Михаил Ефимович и Василий Васильевич, это был великолепный тандем, который и в парламенте, который и в науке, который и в университете, наверное, мы будем мечтать о таких временах, которые были первую пятилетку развития, когда мы стали республикой Саха-Якутия, когда экономический суверенитет практически был у нас, вся собственность была при республике Саха-Якутия. Это мощная такая алмазная производство, деятельность, это золотая, это нефтяная, газовая, все отрасли были при республике Саха-Якутия. И правильно правильно все сделать, конечно, здесь большое участие принимал Василий Васильевич Филиппов, потому что Михаил Ефимович, первый президент нашей республики, очень к нему, молодому, энергичному, ярко сверкающему, как звезда, человеку, доверился, приблизил и дал ему бразды правления университета, парламента и Академии наук.
Поэтому еще скажут сейчас выступающие, я хотел бы на этом остановиться, что Василий Васильевич свою функцию президента Академии наук выполнил, и наша Академия наук сохранила школы, наша Академия наук много сделала для развития нашей республики, и сейчас такой этап, когда именно Российская Федерация будет сейчас развиваться на основе главного богатства, главного капитала. Это народы, это национальности, это их культура, глубочайшая культура, которая пришла с древних времен. Это традиции, это, если хотите, природоподобные технологии, которые сохранили народы нашей республики. Опираясь на это, будет сейчас развиваться Российская Федерация. И роль науки, роль таких личностей, как Василий Васильевич, и, конечно, будет определять наше будущее. Поэтому сегодня, конечно, и 2 года прошло со скорбью, но все-таки, если будут такие личности среди нас, то мы далеко должны пойти. Спасибо. Земляки, друзья, соратники, все собравшиеся. Сегодня, когда мы все отмечаем вторую годовщину, когда от нас ушел Василий Васильевич, в историческом зале нашей национальной библиотеки происходит хорошее событие, когда мы презентуем книгу воспоминаний о выдающемся государственном политическом и научном деятеле нашей республики Василия Васильевича Великого. Вы все его прекрасно знаете, здесь собравшиеся, сотрудничали с ним, работали вместе, воспитывались у него. Знаете, какой он человек, какой у него характер, какой он был целеустремленный, какие взгляды были. Эти характеристики, наверное, лишний раз повторять не нужно. На двух моментах. Первое – это как ректора Якутского государственного университета и как ректора Якутского государственного университета, который пришел после плеяды выдающихся наших ректоров в достаточно молодом возрасте, в начале 90-х годов. Тогда мы были студентами этого Якутского государственного университета. И тогда практиковалась вообще университетские линейки еще в свое время перед учебным вартовым корпусом. Учебный год начинался не 1 сентября, а 1 октября, обычно у нас после картошки. И в 91 году, когда Василий Васильевич стал ректором, вот на общей университетской линейке вышел такой идентичный молодой человек, по нашим меркам достаточно, доктор технических наук, говорили, что это бывший декан инженерно-технического факультета, мы его тогда не знали, историко-юридический факультет. Вышел и так ярко выступил, и это оставило для нас очень такое неизгладимое впечатление. Всегда очень чтим и уважаем наших руководителей, всех председателей государственного собрания, чтобы независимо, какой палатой он руководил, независимо, каким созывом он руководил. К сожалению, их становится меньше, но мы очень рады, что с нами Егор Михайлович Соловьёнов, первый председатель Палаты Республики Государственного Собрания. Желаю, чтобы он всегда с нами был долгие годы. Ну, всегда не получится, конечно, долгие годы. Мы делаем сейчас все возможное, чтобы увековечить имя Василия Васильевича Филиппова. Сделаем отдельный вот такой вот уголок музея парламента Государственного Собрания ЛКМН Республики Саха-Якутия. Принимаем участие во всех этих мероприятиях. Сегодня депутатский корпус представлен. Я думаю, что имя его будут помнить многие-многие поколения наших якутян, а мы, которые ныне живущие, должны делать для этого все возможное. Ну и в заключение хотел бы сказать, что, конечно же, республика, я думаю, что не до конца воспользовалась потенциалом Василия Васильевича Филиппова как государственного деятеля, как научного деятеля. Это, к сожалению, нужно признать.
У нас есть у общества и у человечества очень плохая черта. Мы всегда говорим о нем хорошо и вспоминаем все былое хорошее, когда человек уходит в мир иной. Нужно делать все возможное, чтобы давать людям работать, возможность при жизни и говорить соответствующие слова благодарности всегда при их жизни. Спасибо. Открывая данную презентацию, Геннадий Владимирович сказал отдельных основных моментов работы по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппова, правительства республики совместно с парламентом, с общественными организациями, научными организациями. В Росснике ведется достаточно большая работа, и сегодняшняя презентация книги является этому подтверждением. В рамках презентации всегда мы вспоминаем о тех или иных моментах жизни и работы коллеги, соратника. Я бы хотел тоже вспомнить о некоторых моментах жизни, совместно работу с Василием Васильевичем. Он был в третий раз уже назначен президентом Академии наук в 2019 году, а я пришел на работу в правительстве республики в 2020 году, год спустя. И по распределению обязанностей глава республики мне доверил работу с наукой, координацию работы в этой сфере. И с момента назначения мы начали работать с Василием Васильевичем. Когда начали работать, оказалось, что несмотря на наличие поручения главы республики о разработке отдельной государственной программы в сфере науки, не было этой программы среди государственных программ различного направления. И мы сразу незамедлительно приступили к разработке этой программы. В середине года 2020 года начали, в декабре эту программу утвердили. Здесь присутствуют участники непосредственно этой нашей совместной работы. И Михаил Юрьевич, Борис Моисеевич, Сергей Вячеславович Попов, которые были нашей единой командой и реализовали это поручение. И республика имела уже отдельную государственную программу в научной сфере с объемом финансирования более 160 миллионов ежегодно. Второй проект нашей совместной работы с Василием Васильевичем Филипповым, с Академией наук нашей республики, с научным сообществом нашей республики, это был запуск так называемого КНИ-2, второго этапа комплекса научных исследований. Тоже достаточно больших, после больших дискуссий, рассуждений, обсуждений направления работы. Эта программа была утверждена главой республики с достаточно хорошим объемом финансирования, более 400 миллионов рублей. И сейчас эта программа уже находится на завершающей стадии исполнения. Кроме того, мы в рамках нашей совместной работы запустили так называемый общественный заказ. И в рамках общественного заказа совместно с Академией наук рассматривали заявки уже общественных организаций, муниципальных образований по проведению тех или иных научных работ. Это была достаточно интересная работа, это была своего рода защита проектов среди общественных организаций по проведению научных и практических исследований. Ну и, конечно же, ключевым, наверное, событием, достижением нашей совместной работы Василием Васильевичем при непосредственном и самом, наверное, главном исполнении участия со стороны Василия Васильевича Филиппова, это была подготовка, защита и потом уже победа на федеральном конкурсе проектов по научно-образовательным центрам. НОЦ «Север» была признана одной из лучших, и она получила федеральную поддержку и федеральное финансирование сегодня. Продолжает исполняться, и исполнителями этой программы являются практически все научные организации, учреждения нашей республики. Вот достаточно его выступления были неудобны для некоторых слушателей, участников, но всегда он исходил из правды. Это была его правда. То, что он считал правильным, он это излагал смело. Вот это вот следует подчеркнуть, и я это, работая с ним, уяснил, наверное, на всю жизнь. Василию Васильевичу пригодится мне, как человеку.
человеку, который сейчас работает. И уверен, что сегодня Академия наук, научное сообщество, продолжая многие направления, сейчас уже говорится и разрабатывается третий этап комплекса научных исследований, другие проекты в научной сфере, мы с удовольствием будем продолжать совместную работу с наукой. Уважаемые коллеги, правительство республики совместно с земляками, совместно с родственниками, друзьями, общественными организациями продолжит работу по увековечению памяти о выдающемся человеке. Спасибо. Здесь сегодня присутствует, кто вспоминает сегодня Василия Васильевича Филиппова. Действительно незаурядная личность, очень неравнодушный человек. И человек, который мог громогласно разгромить, скажем, даже на площадке общего собрания Сибирского отделения РАН, я присутствовал, когда он говорил о государственных интересах, о том, что наука как высшая часть вот этой вертикали структуры экономики, народного хозяйства, она заслуживает и такого же особого отношения. Вот это он, в этом он есть. И бывало да, что он и, как говорится, мог чью-то фамилию, и мою тоже бывало, иногда и казалось заслуженно, незаслуженно где-то что-то высказать, но никакой обиды в этом нет, я сам к этому отношусь спокойно, поскольку сам университетский товарищ, вузовский товарищ, человек науки, поэтому я понимаю, что туда могут быть разные точки зрения, но они должны работать на общий результат. И поэтому то, что Сергей Васильевич сейчас привел пример, совершенно справедливо. Получилось как раз в таком стиле. Василий Васильевич, вот он мог по-разному действовать, очень по-разному. Но меня всегда удивлял его подход, когда он звонил и говорил: «Будь добр, сделай, пожалуйста». Или же: «Ты сделай, ничего, тебя потом будут ругать, но это потом останется». Но это очень здорово. И вот действительно Сергей Васильевич привел пример. 31 декабря 2020 года указом главы республики была восстановлена отдельная программа научно-технологическое развитие. До этого у нас с ним был разговор, он говорил: «Ты сделай главное». Там до этого обязательный этап, это нужно было утвердить перечень программ. То есть она должна была появиться в перечне существующих госпрограмм. «Ты сделай это, а потом мне принеси». И вот я помню, когда в перечне после большой работы с Минэкономики это появилось, я тут же побежал, не заходя к себе, побежал в Академию наук, зашел, вот, хорошо, говорит, все, теперь начинаем дальше двигать. Ну и достаточно короткий период времени с нашим курирующим запретом, но мы это сделали. Добрый день, уважаемые коллеги. Семья Василия Васильевича, родственники, дорогие земляки, сегодня знаменательный день, когда идет презентация книги о нашем знаменитом земляке Василии Васильевиче Филиппове, человек, который поднял на новый уровень социально-экономическое развитие нашего района. В период его работы в Тюмени он активно встречался в каждом населении с жителями нашего района. В то время еще были живы многие наши аксакалы, и они специально приходили на эти встречи для того, чтобы обсудить не только вопросы районного масштаба, но и обсудить вопросы, связанные с развитием государства и, может быть, даже международной повестки. И Василий Васильевич очень тепло отзывался об этих встречах. Всегда убеждал, что жители Горного Улуса, они очень начитанные, политически активные и всегда имеют свое мнение. От имени администрации муниципального района Горный Улус вручить благодарственные письма Зинаиде Андреевне, составителю и
И такое же благодарственное письмо вручается Варваре Васильевне. Пользуясь случаем, я хотел бы вручить благодарственное письмо Леониду Николаевичу, президенту Академии наук Республики Святая Екатерина, за большую работу по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппова и в его лице всем академикам Академии наук, всем коллегам, которые продолжают его дело. Бүлді ұлттар деге бидлер дұлақтары Сақалы Аңар Батапытына ұлу бөйбітін Ақтан Сана Анас Батапытына сыйлы болу деген өбін Балабас Филиппов бұл деге Ауакөл өне бететерін күрдік орны ұлғын жылы көрттір өбін депутаты тілдерді кіне кемегер ұлыс сәйдетін, сәсәне кемеске сәйдетін, стратегиядын ұлыс тағынақтық үлілігін. Бігер бетен тұрғыда, ұлыс жағылтатын күтті бұл маңына ұлықын үлігі күтті бұлғыда. Ол кәміне ағы стратегия барыда ұлыққа бүйімі бүйімі кейіпті ден бәлетек бітін бағырағын. Мұнына үшсі салғы бұл кіне үшсі тұғынағар әппет әтейлері ұлыққа керерігер бұл дегіне кәміне ағы ұлыс бұл сәсәне кеміске сәйдетін стратегиядығар әппет әтейлері кейіпті. Оныттан бүйге ұлыс жона бүйтінан бұл кіне әтейлерін ұлықы кетерерге салғы үлі әрбеттен әрін әрекін бағырын. Бүгіннен тұғынан бағабыз аймақтырығар, жондырығар, бетчеттірігар сетейлері жеген тұрғы онына бұл күрібат үстер ананы бағырын. Афанасий Николаевич Осипов, народный художник, Борис Моисеевич Кирченко, скажем, говорит, это то, что тебе дам, он надевает. Он надевает петь, бала-бала из Тибета, тёки, Тибет, Пурушта. Он видит, это там толку дам, он кинует, это их интервью, биотехнология, ну, он наим на рехазин, ты хайство, а там лога, биотехнологическая продукция, это мы так, а мы чуваем, он там так, это. Джонтон, манна, әркеден алған пен өсі өсеріне кейіне үлілейіп, кейіне бұл сақат тұлын, біліңе саналы саңарат тұл бұл бұл туралы кейіне маңыттан ең қорып, нам деке, қаналас деке, білім ұмаста бар болу деке тұл, бұл деке барап, білу рағы бәр, бәр білім өтпан ұлтар ағамын, чуғасты бір мекі ұрты кереме бар. Чугасты, он мытах, он мытах, как керен, мытах, деревенетен, нелеген, амы бейсай, дилах, биотехнология уровня, тақсан, хақал, бейге төрет продукция, бүтін переработкалан, орор продукция болуқта. Оны тағынан, енне, бұл дөмі музейдері, мұнан жақтақ бұқыр еқті, бірбей, айымдаларын, бұқыды оңы көккенін, зұриятшылар көккенін, оны балай-балай ұлы энергичнайдық, динамичнайдық үлілер ұлық бұтын ұлықты қайын дегені, білеген көмі. Оны айылға бұтын көрі қайын, енне сиіне, енне шына, аңғы үші айылғыла қырба, тенне тақсыға қайын, аспайын бұғымыр қайын мұтаққа. Осқоланы, детсаты, Василий Моисеевич үші ұлсын әрі.
Василий Васильевич доғыра тағары әм егілі әуі кейді. Тұм енді жөндірілі әкақтанды білім, бар енді бейіттімізе қаңа сүйе бейіт туризмі сайдыр әрі бар бұл оқтан арға деке. Тыңғы тұта қаттыр әмін жүкізгі қорын көлейін бұл бұйыл, бұл еті Азияға ұжет туризмі мұй дағы бәлемден дене жәрінің бейі ұжанайды бәуі кәрқұдың барызын бері өтіңді. Дәдейді ғынан инвит деке, бара нені, динамизм бара дегер бұл. Университетский человек, он поступал в наш университет, Литовский государственный университет, как он закончил потом Московский институт инженерно-строительный. Он работал у нас в университете с лаборантом до ректора. И был ректором, первым ректором свободных лаборантов. Самые демократичные выборы, которые были в начале 90-х годов. И он возглавил университет в очень сложное время. Сами, наверное, все знаете, 90-х годах, что у нас было. Практически не платежи. Очень сложное время. Даже я вот, когда сейчас смотрю исторические разные документы, в том числе и финансовые некоторые документы, я вижу, что в середине 90-х годов один год наш университет был полностью республиканским. Полностью республиканским. То есть с федерального бюджета, с Москвы никакого финансирования не было. Ноль финансирования. Полностью она была республиканской. То есть практически было учреждением республиканским. То есть вот такие были времена. Вот, оказывается, я об этом не знал в то время, да, я недавно это так интересовался, смотрел исторические финансовые документы нашего университета и вижу вот такой. И были большие проблемы, естественно, в том числе и по оплате труда. Да, мы сами знаем, какие были там задержки по оплате труда. И в это время наш университет принял ту конструкцию, которая сейчас у нас существует. Примерно вот та конструкция, инфраструктурная, можно сказать, та конструкция нашего университета сегодняшнего, она была заложена в эти годы. Там были созданы филиалы Нерингре, Мирны. Там был построен новый корпус, которого сейчас практически таких корпусов сейчас даже мало, наверное, да, около 30 тысяч квадратных метров, оснащенный полностью современнейшим оборудованием, которым мы до сих пор пользуемся. По истечении около 30 лет по строительству, после строительства. День исключительно ответственный. Мы не просто о Василии Васильевиче говорим, что книга вышла, ладно какие-то места, а на самом деле мы сегодня говорим о большом человеке, настоящем ученом. Ученый большой буквы. В этом я точно знаю, будущее в составе его многочисленных комиссий и встречались в Москве, в других местах, вот этими людьми, академиками, российскими работниками, и они еще нас попали в кавычки, чтобы такого заново настоящего будущего большого ученого мы взяли политику. А политика была в те времена запутанная, в полном объеме. Это 90-е годы. И вот сегодня мы только становимся на ноги, и сегодня действительно нам обязательно надо вспоминать о Василии Васильевиче, даже без книги. А это почему? Поскольку работа есть у нас Василия Васильевича для молодых. Будет очень большой поддержкой, что молодые люди, они не только будут учеными, но они будут руководить республикой, отраслями производства. Они будут людьми, которые с ними будут считаться самых высших эшелонов власти нашего государства. Это надо. Не просто учить, вот эту школу там открывать будущих руководителей. Он ни на минуту не работал колхозным, совхозным, вообще и сейчас в частном секторе. Школа только сейчас начинает. После высказывания Путина о том, о школе, о руководителе,
надо посмотреть, что они занимались в воспитательной части. Если раньше у директора был советник, там какой-то помощник по воспитательной части, сейчас начинают вести заместитель по воспитателю, как раньше. Поэтому в советской системе все хватит образования. Вот эту систему надо подобрать очень исключительно выгодное положение, пользуясь тем, что сейчас в России идет, мы дождались, идет и реформа образования, идет и реформа культуры. Ну, сами понимаете, и вчерашний министр культуры говорил, надо тело Ленина срочно вывести из мавзолея. Это 10 лет тому назад. А он сейчас стал большим человеком. И сейчас я заканчиваю. И сейчас нам надо в этой части тоже Академию наук. Геннадий Владимирович, вы будете заниматься этим делом. Поэтому вам тоже надо терпение иметь, выслушать до конца. Это принципиальные вопросы. Вот, ну, заканчивая, я хочу, конечно, утрата очень горькая, невосполнимая. После Владимира Петровича, после Василия Васильевича, нам и огнем, наверное, не сыскать таких самостоятельных людей, которые ни от кого не боялись, ни от кого не прятались, а дело свое делали, доводили до масс. Поэтому я вам желаю крепкого здоровья, особенно нашим ветеранам, моим коллегам, а семье Василия Васильевича, конечно, очень трудное время, вообще в целом трудное время семье родственников Грибовых, нам надо их поддержать родная Академия наук и те лица, которые вместе с ним работали, и стена Иркемена, и стена Академии наук. Спасибо. Друзья, земляки, коллеги уважаемого Василия Васильевича. Хорошо, что мы вот благодаря оргкомитету, благодаря вот Борису Моисеевичу, Геннадию Владимировичу, Зинаиде Андреевне, Сардане, да? Варваре Васильевне успели в срок. И, конечно, мы сегодня должны поблагодарить Дмитрия Дмитриевича Садовникова, председателя оргкомитета, который по уважительной причине сегодня отсутствует, вот с презентацией вовремя. Вот вообще все дела основные по ковиче надо успеть за 3 года, да, за 3 летия. И я думаю, через год мы как бы итоговом мероприятии будем иметь и памятник, и все, что вот запланировали, и памятник, и большую школу, которую вот не менее 990 учащихся присвоить именно в столице республики его имя. Именно гордиться. И Дмитрий Васильевич, я знаю, так как курирую науку, высшее образование, в том числе в целом образование нашей республики, один из лидеров высшего образования, перспективный, такой же харизматичный, такой же стремительный, убедительный, как отец. Я ему желаю успехов, надеюсь, что он будет доктором наук и в перспективе тоже академиком. Вот, Дмитрий Васильевич, я хочу вас сегодня наградить почетной грамотой за весомый вклад в подготовку кадров для транспортной отрасли, дорожного хозяйства, за вклад в развитие экономической науки и, конечно, высшее образование в нашей республике. И разрешите этот букет передать Марке Семеновне, с которой Василий Васильевич прожил счастливые 50 лет. И, значит, Сардане Васильевне. Да, здесь, да? Ага, вот. Достойному продолжателю.
уже научной, педагогической, известной династии в нашей республике. Я полистал это новое издание и, наверное, выражаю благодарность, присоединяюсь к благодарности тем, которые составили этот сборник, редакторам. Очень меня обрадовало название. Действительно, Василий Васильевич очень много раз говорил о динамике развития общества, динамике развития человека. Даже в том случае, когда встречались, он говорил, ну, какая у тебя динамика после сентября? Вот такое у него были выражения. То есть он хотел, чтобы человек не стоял на месте. Я хочу сказать несколько положений, которые как-то меня очень часто волнуют, когда слышу имя Василия Васильевича Филиппова. Ну, во-первых, конечно, у него такая четкая жизнь, дорожная карта его жизни абсолютно ясная. Школа, наверное, детсад, школа, вуз, аспирантура и так далее. Все, никаких гостей. Есть к чему пока учить молодых. Вот сегодня я иногда прохожу мимо различных школ и смотрю, там у них логотип. Школа – начало твоего успеха. Успех в твоих руках и так далее. Ну а разве это не Василий Васильевич? Вот это меня радует. Василий Васильевич, что называется, входит в жизнь молодых. С молодых картинами путями становятся похожими на Василия Васильевича. И второе, что мне всегда привлекает биографию Васильевича. Ну, что называется, абсолютная ясность науки. Абсолютная. Как мне кажется, ну, я не специалист по техническим наукам, по технологии тоже, но в моем представлении, что означает Василий Васильевич его труды? А я представляю дело таким образом. Мы были специалистами по дереву. Мы были специалистами по кирпичу. Но в какой-то степени по бетону. Но он нам заделал заявку, да, по металлу. Металлоконструкции, которые она считала, иксатные воздействия, их действия, значит, ну, фундаментальная основа использования, что называется, цеховом строительстве. Я хочу подчеркнуть это слово, цеховом строительстве. У нас этого нет, то есть промышленном строительстве, не строительстве жилищ. А он хотел новой индустриализации видеть. И он готовил свою науку к этому. Мне кажется, это
вот большой задел, наверное, и в последующие годы это будет иметь большое значение. И третье, что чем меня запомнится. Но тут есть некоторые депутаты, мне не дадут, так сказать, решиться. Значит, он возглавлял Верхнюю палату. Верхнюю палату. Я хочу подчеркнуть это. А в чем смысл его деятельности? Смысл его деятельности, мне казался, я подолгу присутствовал на заседании парламента и видел вот какую штуку. Ну, пусть это будет сказано как-то не так, но чтобы вы запомнили, молодые, которые здесь присутствуют, он сам по себе, а чужими руками, сдерживал нижнюю палату от слишком больших реформ, слишком больших преобразований и даже необдуманных актов приватизации. И в этом смысле его деятельностью можно рассматривать и в какой-то степени очень своеобразное положение. Чтобы вы запомнили, я вам, да, молодые, чтобы запомнили, сказал, его можно назвать автором социальной инженерии. Социальной инженерии. Ну и, наверное, на четвертое, что хотелось бы мне обратить внимание молодых, когда мы говорим о Василии Васильевиче. И речь идет о том, что, конечно, у нас на Земле жизнь короткая. Но вот у кого-то начинается самая длинная жизнь. И Василия Васильевича, наверное, будет вторая жизнь более длинная, продолжительная и продуктивная. Путем воздействия на молодых и так далее. Но вот с этой точки зрения, если подойти к биографии Василия Васильевича, то, наверное, в его биографии есть много поучительного для молодых. Ну, в частности, вот Егор Михайлович говорил, то слово, которое он использовал, как-то меня шокирует. Но я думаю, это не подходит. Но все-таки, речь идет о том, что, конечно, в нашей жизни всякое бывает. И речь идет о том, чтобы, несмотря на все повороты судьбы, надо оставаться патриотом Якутии. Спасибо за внимание. Мой папа, мой родный брат Василий Васильевич. Более того, Варвара Ефимовна, мама Василия Васильевича, его одноклассница на начальной школе. То есть с их мамой он был знаком еще раньше, до того, как они поженились. Вот такая была вот история. А я вообще хотел сказать, что мне очень понравилась книга в том плане, что дизайн красивый, действительно, я как художник могу оценить, что и название, и сам дизайн. Дизайнера нет здесь, да? Дима, Дмитрий, нету, да? Ну жалко, там большой респект. Большое количество фотографий, это очень красиво, хорошо. Ну, а трудовой деятельности все рассказали. Я просто вспомню часто такое, то, что у меня есть частные воспоминания, оно есть в книге, но оно очень характеризует дальнейшую жизнь Василия Васильевича. Когда я был студентом, а Василий Васильевич был аспирантом МИСИ, я учился в МАРХИ, архитектуре, а он был аспирантом уже. И вот он как-то пришел ко мне, как гость, я жил в Сестре на Каринцево.
И вот, а я собирался идти на выставку, конкурс наших преддипломников в институт различных кафедр. И Василий Васильевич очень заинтересовался, ну, тогда Вася был для меня. Говорит, давай возьми меня с собой. Говорю, конечно. Пошли. Ну, пришли, там представительная выставка, немножко опоздали, там уже результаты подводились по разным кафедрам. Ну, естественно, Василий Васильевич сразу пошел в сторону стендов промышленности. Промышленной кафедры. Деканом был профессор Казбек Казиев. Имя отчество, к сожалению, он очень сложно разговаривал, у нас забыл свое имя. Но он был такой очень весомый, авторитетный человек и отставил один из проектов своих студентов. Именно к нему Василий Васильевич подошел, долго изучал, и потом просто подошел к этим ребятам, профессорам, указал на этот проект и сказал, что он недостоин быть первой премии получить, потому что ферма рассчитана неправильно, снеговая нагрузка в наших краях не выдерживает. Судя по тому, что там нарисовано, все опешили, кто такой, непонятно. Какой-то молодой азиат вдруг подходит и делает такие замечания. Ну и профессор сперва вспылил, но кавказский человек, конечно, подошел вместе с ним к этим проектам и сказал, ну покажи, покажи, что ты имеешь в виду. И Василий Васильевич совершенно логично, буквально там несколько минут показал, что именно не так. Рассказал профессор, ну, в честь его действительно посмотрел, проверил и потом снял этот дипломный, преддипломный проект с первой премии, что он требует доработки. Но меня это не удивило, потому что у меня уже было несколько случаев еще по детству с Василием Васильевичем, когда чувствовалось, что он не то чтобы там не обращает внимания на авторитет, ну, то есть если этот авторитет ошибается, он обязательно что-нибудь скажет, ну, поправит. То есть вот то, что закладывалось в детстве, в юношестве, потом в полной мере проявилось, вот, судя по тому, как коллеги, друзья высказывались о нем в дальнейшем, в его профессиональной жизни. А я наблюдал, можно сказать, самое начало его становления. Он, по-моему, даже не был еще женат на Маше Семеновне к тому времени. А может и был, честно говоря, не помню. Он был очень молод, очень уверен в себе, и если он что-то знал, то он знал и об этом говорил. Хотя мог бы и промолчать, какая ему разница, что на самом деле происходило в нашем институте. Никем не менее. Он не мог не сказать, судя по тому, как он потом выстроил свою жизнь. Это было в его крови. Вот все, что я хотел сказать. Потому что о профессиональной деятельности рассказывают другие. Спасибо. Разрешите мне по поручению от имени председателя сибирского отделения академика РАО Армона Валентина Андреевича и членов Российской академии наук сибирского отделения высказать искреннюю признательность и благодарность за выпуск и презентацию книгу памяти у Василия Васильевича Филиппова. Отдельная благодарность редакционной коллегии в составе у тех, кого я знаю, в первую очередь Борис Моисеевич, Геннадий Владимирович, которые непосредственно работали с ним на продолжение, правительству Республики Сахалин-Якутия и лично президенту настоящего действия Леониду Николаевичу за постоянную финансовую поддержку и, так сказать, кураторство над выпуском этой книги, которая вот даже сейчас, сидя на галерке, видно, очень большой интерес вызывает по содержанию и по форме. Поэтому хотелось отдельно благодарность сказать составителям, это Зинаида Андреевна Корнева и Варвара Васильевна Филиппова. Поэтому я думаю, что такие люди жили не ради, а вопреки времени, работе и символом своим. Поэтому вечная память, я думаю, книга – это лучшая версия после ухода Василия Васильевича. Спасибо. Ну, Василий Васильевич, мы знаем со студенческих семей, здесь его находимся, Федор Федоровичем Посельским. Василий Васильевич, конечно, организатор. Мы его, когда молодые были, ну, наверное, женская половина студенчества, техпарка была влюблена молодого, красивого преподавателя.
который стремительно входил в нашу аудиторию и начинал рассказывать. Это был лектор именно от Бога. И потом, я все время удивляюсь, да, как он организовывал практики, да. Мы ездили по всей стране. Вот сейчас ну, практически это невозможно. Вот благодаря Наверное Василию Васильевичу мы являемся тем, когда он нас возил в Москву, кстати, да, он организовывал встречи с крупнейшими учеными тех времен, да, ну, Беляня, значит, Евгений Иванович, да, автор учебника металлической конструкции, заходили к нему на встречи, да, это были очень солидные Николай Попович Мельников, это СНИПроект «Старт конструкции», которые проектировали и занимались научными исследованиями самых крупнейших металлических сооружений страны. Вот. И после этого мы получили такое впечатление, что решили заниматься всю жизнь именно этим делом, который занимался Василий Васильевич. И когда закончили, мы очень плотно занимались крупными компаниями. Мы тогда не понимали, что делаем действительно хорошее, такое доброе дело, надежное дело, пошел еще. Да? Мы занимались металлоконструкциями всех крупных промышленных обогатительных компаний, да, фабрик, точнее, да, Якутуголь, значит, компания «Лароса», «Якуталмаз» и так далее, да. И вот я помню, как проводил переговоры Василий Васильевич. Зимой, когда приезжали в компанию, значит, «Якуталмаз» мирный, у него были с собой туфли. Он снимал свои унты, одевал туфли и с блеском заходил тогда главный инженер был Калинин, приходил к нему и объяснял, для чего это нужно. Какая работа нам предстоит. Вот такой был Василий Васильевич, воспитанный. Ну, тут многие говорили, да, что он, значит, и государственный деятель и так далее, да. Но я вот хотел бы оценить его еще с человеческим. Он очень любил театр и футбол. В молодости играл в футбол. Мы каждый день практически, да, у нас лаборатория и кафедра постоянно соперничали со студенческим проектом конструкторского бюро. Уважаемые собравшиеся, дорогие друзья, разрешите вас всех поблагодарить за то, что вы все сегодня пришли. Два часа мужественно в таком душном зале 31 мая 2024 года, в день аномальной жары. Мужественно, стойко выдержав, значит, такую жару, дождались конца нашего сегодняшнего мероприятия. А сразу хочу проинформировать, что сегодняшнее мероприятие, вот, посвященное памяти нашего отца Василия Васильевича, не ограничились только лишь презентацией этой замечательной книги. Сегодня утром, вот наверху, на кладбище, на птицефабрике мы завершили установку надгробного памятника Василию Васильевичу. К сожалению, в прошлом году мы из-за обстоятельств, связанных с санкциями, закрытием границ, с поздним приходом больших камней в Якутск, нам не удалось в сроки завершить эту установку надгробного памятника, но, видимо, судьба Всевышнего, он все делает так, чтобы все делалось по сроку и вовремя. Поэтому сегодня в такой, ну, памятный для нас день, ну, хотя, конечно, и трагический, но с другой стороны, память, этот день позволит сделать так, чтобы мы вот сейчас стали чаще общаться даже вот с родственниками, встречаясь, вспоминая нашего отца. И вот сегодня нам удалось завершить вот это мероприятие. Поэтому приходите, общайтесь с Василием Васильевичем там, на месте, где он покоится. Там осталось нам только поставить небольшую аккуратную беседочку, навес и стол со скамейкой. Будет очень комфортно, там хорошее, тихое, уютное место в нашем тихом якутском городе. Ну а возвращаясь к этому мероприятию, я, конечно же, хотел бы от имени всей нашей семьи, всех родных, близких Василия Васильевича поблагодарить правительственную комиссию, редакционную коллегию, которые сделали, ну, совершили в очень короткие сроки большой фундаментальный титанический труд. Потому что такие книги такого уровня и
с таким диапазоном воспоминаний, с таким богатством и широтой разделов, они не составляются в такие короткие сжатые сроки. Вот это удалось Академии наук, вот и лично Леониду Николаевичу большое спасибо, удалось предколлегии, вот и в первую очередь я бы хотел, ну не в первую очередь, а лично поблагодарить Геннадия Владимировича, Бориса Васильевича, Зинаиду Андреевну и Варвару Васильевну. Вот это Договорская предколлегия, которая сделала практически невозможное, собрав вот с нас, таких нерадивых писателей, воспоминаний. Вы же знаете, как люди долго дают, даже попросишь страницу написать, там скопусы баки пишут быстро. А вот воспоминания приходилось там людей напоминать, кого-то уговаривать. Но книга получилась очень достойная, содержательная и читается очень легко, потому что она написана от души, от всех сердец. Поэтому разрешите всех нас поздравить с этим событием. Ну и в заочном порядке, конечно, большая благодарность председателю правительственной комиссии Дмитрию Дмитриевичу и, конечно же, Никите Викторовичу Андрееву, которые вот нас, мы семья, это в наших интересах, но они нас держат в тонусе, не дают расслабиться. И за такое короткое время, за 2 года, проведена огромная масса мероприятий по увековечению памяти нашего отца, которые выходят даже за пределы утвержденного плана. Поэтому всем большое спасибо. Память о нашем отце, она теперь будет храниться в этой книге, это уже навечно, на века. Ну а его добрые дела будут продолжаться в его учениках, в его последователях, в его соратниках, коллегах, и в нас, и в его детях, и внуках. Большое всем спасибо. И разрешите от имени Марфы Семеновны вручить вот эти скромные букеты, которые отнюдь не отражают всего, всей той благодарности, которую мы бы хотели выразить вот двум замечательным женщинам. Это Зинаиде Андреевне и Варваре Васильевне. За ваш личный, за огромные усилия, большие старания, и с вами очень прекрасные награды.